Сентябрь – лучшее время для путешествий по нашему региону. Погода еще позволяет получать удовольствие от долгих прогулок, а буйство осенних красок любую поездку превращает в сказку. Сегодня Симбирская кругосветка отправилась в Новоульяновск – самый молодой город нашей области. Но пусть его возраст вас не вводит в заблуждение. Земли, на которых стоит юный спутник Ульяновска, богаты видами, историей и историями. Собственно, деревня Кременка, Кременки наверняка не намного моложе города Симбирска. Стояла она в низине, славилась фруктовыми садами, причем славилась не только в Симбирской губернии, но и за пределами. Вот мы сейчас приезжаем, здесь были тоже огромные яблоневые сады. Вот, также арбузы выращивали там. Не знаю, правда или нет, но говорили, что чуть не ко двору государя императора поставляли эти арбузы. Были ли симбирские арбузы не хуже астраханских, сегодня мы едва ли узнаем. Но вот то, что земли, на которых до недавнего времени цвели сады, когда-то чуть не изменили ход российской истории, это правда. В сентябре 1871 года прибыл в Симбирск император Александр II, тот самый, которого в народе за отмену крепостного права прозвали «освободителем». Из воспоминаний Ивана Яковлева. По дороге к приюту удельного ведомства при переезде через Свиягу по мосту коляску государя остановили, бросившись на колени крестьяне села Кременки Симбирского уезда, находящегося в верстах в 20 от Симбирска, с нелепой, по мнению государя, просьбою. В сущности же, просьба о садах, отведенных в негодных местах, была основательна. Государь рассердился на них, закричал. Им сказано было крестьянам знаменитая фраза: «Та рука, которая подписала вам освобождение, подпишет и новое закрепощение». Вот так местные крестьяне, по недомыслию своему, едва не вернули в Россию крепостное право. Впрочем, гнев императора не имел продолжения, а Кременки так и остались одним из главных фруктовых садов империи. Много позже этой истории, уже в 1953 году, решили построить близ деревни цементный завод. Объявили комсомольскую стройку. Строить Новоульяновск съехалась молодежь со всей страны. Буквально за пару лет выросли цементный завод, завод ЖБИ и поселок, который вскоре стал городом. Аккуратный, уютный, продуманный, он строился комсомольцами как город светлого будущего, в котором будет комфортно, уютно и красиво. То есть он, с одной стороны, город, а с другой стороны, очень-очень компактный. То есть пройти его пешком, не торопясь, минут 20, проехать на велосипеде, там, ну, не знаю, там 5-10 минут, там мы с мальчишками гоняли на велосипедах постоянно, ходили гулять на Волгу. Сегодня Новоульяновск производит очень приятное впечатление. Ухоженный, аккуратный. Удивительно, как его до сих пор не заполонили дауншифтеры. На машине до Ульяновска всего 20 минут. Вся городская инфраструктура и все блага современной цивилизации в наличии. Парки отдыха, кафе, спортивный комплекс, кинотеатр, школы. Если есть здесь что-то не городское, так это цены на недвижимость. А еще здесь очень красиво. Открывается прекрасный вид на Волгу. Правда, та же беда, что и в Ульяновске. Своей набережной у города нет. Как и хорошего пляжа. Один из, может быть, главных плюсов советских моногородов, что когда их строили, не жалели денег на инфраструктуру. Поэтому, как мы говорили, давно в Ульяновске, кроме трех школ, дворца культуры, всего остального, был еще бассейн, открытый бассейн. Я не знаю, в Ульяновской области, по-моему, нигде больше таких не было, да? Я не слышала вообще. Вот да. Здесь вот стояла вышка двойная, здесь вот был такой небольшой бетонная конструкция, с которой прыгали те, кто боялся прыгать с вышки. Завозился чистый песочек. Увы, сегодня открытый бассейн – кусочек советского постапокалипсиса. Наверняка местные дети не догадываются, что за роскошество было на месте этого запущенного пустыря. Впрочем, в двух шагах от него сейчас разбивают прекрасный парк. И вполне возможно, что у местных властей руки дойдут и до бывшего бассейна. И кто знает, не исключено, что его восстановление вдохнет новую жизнь в город. Ведь если чего-то не хватает в Новоульяновске для того, чтобы стать полноценным курортом, так это той самой курортной зоны. В остальном же он уже давно сыскал себе добрую славу. Туристы окрестили Новоульяновск городком у моря или курортным городком. И доля правды в этом есть. Такой же маленький, спокойный, тихий, уютный городок на берегу с потрясающе красивыми видами. Моря нет, а вот морские развлечения есть. В Новоульяновске располагается карьер, где свои тренировки проводят ульяновские дайверы. Говорят, это лучшее место в области для тех, кто хочет научиться нырять с аквалангом. Здесь и отработка навыков погружения, и чтобы люди почувствовали, что такое глубина, что такое давление на глубине. Вот. Ну и все как сертифицированные дайверы тоже приезжают сюда просто отдохнуть.
Потому что тут довольно-таки интересно погоняться за рыбками, найти рака. Главное достоинство карьера – его глубина и прозрачность воды. Таких мест, где можно не только отработать погружение, но и без труда увидеть подводные достопримечательности, в нашей области немного. В перспективе Анна с товарищами планирует оборудовать здесь дайверские реки, хотя и без них в карьере есть на что посмотреть. Как бы флора, фауна довольно-таки обильная, можно найти что-нибудь интересного. Тут есть затопленные люльки от мотоциклов, затоплена кабина трактора, затопленный УАЗик. То есть есть где развернуться. На новоульяновском карьере тренируются и взрослые, и дети. Главное, что хотят донести ульяновские дайверы, дайвинг – это удивительный, увлекательный, доступный и безопасный вид спорта. Конечно, если все делать правильно. А этому и учат Анна и ее коллеги. Тренировки проходят круглый год, и каждое погружение – это приключение для дайвера. То есть если это зима, как бы спящая рыба, можно ее даже, если аккурат, можно ее рукой потрогать, погладить. Если это весна, то есть начинают расти водоросли довольно-таки красивыми коврами. Мелкая рыба. Если это лето, тут уже довольно крупная рыба, большие очень стаи. Одним словом, если вы тоже хотите полюбоваться подводными видами, вы знаете, куда ехать и к кому обращаться. А мы выдвигаемся в нашу следующую точку – поселок Липки, КСК «Фаворит». Здесь у нас назначена встреча с бравыми молодцами из клуба «Боевые искусства кавалерии». Не путайтесь с конно-спортивной секцией или объединением исторических реконструкторов. Ну, клуб по интересам, кто любит не только лошадей, но и историю. Историю края, историю России в целом. Причем с давних времен, ну и по сегодняшнее время. Здесь вы не найдете домотканной одежды или медных пуговиц, изготовленных вручную, как у настоящих реконструкторов. В клубе боевых искусств кавалерии фокус на другом. Важно не столько восстановить какую-либо эпоху в деталях, сколько показать те или иные события наглядно и максимально достоверно. На одном историческом этапе липкинские кавалеристы не останавливаются. Среди их постановок и события Великой Отечественной войны, и гусарские войны, и сражения средневековой Руси. Это отнюдь не означает поверхностного отношения и профанации. Сценарий для показательных боев и выступлений на фестивалях ребята пишут, изучая историю государства российского и другие не менее серьезные источники. Для того, чтобы людям красочно показать историю, красиво, и в то же время, чтобы эта красота не мешала им вникнуть в сам ход истории. Восприятие. Да, да, воспринять именно правильно, с правильной точки зрения, ничего не переписав и не изменив. В клубе только увлеченные люди. Не все занимаются верховой ездой или историческим фехтованием. Кто-то придумывает сценарии выступлений, кто-то готовит интерактивные площадки для различных мероприятий, а кто-то шьет шинели, мастерит костюмы. Попасть в клуб несложно. Более того, липкинские кавалеристы сами приглашают всех желающих к себе в гости на встречи выходного дня. По сути, это небольшой фестиваль с выступлениями, мастер-классами и полевой казацкой кухней. И все это без отрыва от истории. Проводим когда мероприятие, организовываем чаепитие, то у нас даже чаепитие без внимания гостей не остается. Мы им обязательно во время чаепития рассказываем какие-то интересные исторические факты, причем такие, которые малоизвестные. Вот. И люди от этого получают удовольствие. И мы от общения с увлеченными, талантливыми и очень гостеприимными липкинскими кавалеристами получили огромное удовольствие. С нас взяли обещание приехать сюда в выходные, и мы обязательно его исполним. А пока мы снова отправляемся в путь. Нас ждет Панская Слобода. Или Панская. Хоть сейчас и звучит привычнее «Панская», исторически правильнее называть Слободу «Панской». Свое название она получила еще в 17 веке, когда после Смоленской войны поселились здесь пленные поляки – пани. До того Слобода носила название «Будниковская». Все потому, что местные занимались будным промыслом, готовили смолу да деготь. Впрочем, об этом сейчас уже мало кто вспоминает. Даже местные жители говорят, что исторически в Панской Слободе разводили сады да ловили рыбу. Да какую! В этих местах был лучший улов стерляди, а осетров и белук вытаскивали таких, что одну рыбину переправлять приходилось аж на двух подвозах. Жизнь слобожан была неразрывно связана с Волгой. Мужчины работали матросами, лоцманами, грузчиками на пристанях. Многие по весне пешком отправлялись в Симбирск, а оттуда разъезжались бурлаками по всей Волге. Про таких симбиряне говорили «грачи прилетели». Мол, по весне такие же худые да бедные, а по осени домой разлетаются богатыми. И правда, заработанных за сезон денег слобожанам хватало на то, чтобы безбедно перезимовать. В те времена Волга здесь была совсем другая, с протоками Волошками и заливными лугами. Местные жители на острова перевозили телят. Вот весной они телят туда увозят. На выпуск. Да, на все лето. На все лето. Туда, а уже осенью вообще забирали. Просто они никуда не убегут, они на острове. А осенью по льду их оттуда забирали. Там уже они за лето, они всякие, вода там у них есть, то есть Волга. А травы сколько хочешь.
Там же, на барских, как их называли, лугах, ловили рыбу, ставили пасеки. В 1952 году в Кременках был создан леспромхоз для расчистки островов и берега Волги. Местные жители с энтузиазмом принялись за работу. Вот только никто не ожидал, что результатом расчистки станет Куйбышевское водохранилище, которое скроет под своими водами не только заливные луга да рыбные места, но и половину старого села. Жизнь в Слободе поменялась. Ушло скотоводство, исчез рыбный промысел. Изменилась местность, пошли оползни. И тут начались иные сюрпризы. Там у нас образовался овраг, а раньше-то не было. И вот папа тут, когда они там что-то строили, какие-то там столбы ставили, да, вытаскивали сундуки, они зарывали, вот, видимо, вот какие сундуки-то там, с какими-то ну, деревянные, мы с папой нашли, да, столб у нас гнил. Какая-то там посуда, ну, с деньгами не находили. А вообще, да, на берегу там же обваливается потихонечку, и некоторые монеты, даже золотые, находят. Вот и еще один повод побывать в Панской – поиски кладов. Хотя, если отбросить шутки, чтобы приехать сюда, поводов не надо. Сейчас Слобода – излюбленное место дачников. Здесь красиво, спокойно, прекрасное место для отдыха. Есть причина приехать сюда и паломникам. Небольшое село Панская Слобода есть и на православной карте России. В конце 19 века здесь родилась Екатерина Декалина. Сегодня православной церковью она объявлена святой преподобной мученицей Инокиней Симбирской. В память о своей святой слобожане установили на въезде в село поклонный крест и камень. А не так давно в Панской начали возводить храм в ее славу. Причем начали это делать те самые дачники, к которым в иных селах относятся пренебрежительно. Мол, понаехали, ни жизни, ни истории земли не знают. Панские же дачники сами пишут славную историю этой земли. Ну и говоря о Панской, нельзя не упомянуть еще об одной гордости слобожан – панско-слободской кадрили. Когда-то этот народный танец был очень популярным. Так вот именно здесь его танцевали по-особенному, не по-поволжски. Были отличительные коленцы, не иначе как доставшиеся по наследству от панов. В 1954 году на Всесоюзном смотре в Москве панскую кадриль даже отметили в числе лучших народных танцев как образец чистого воплощения народного фольклора. И вот тут начинается история про спор двух соседей. Они говорят, крюшинская, вернее, это не крюшинская. Говорит, тут вот, говорю, мой отец. А вот дядя там, он в Крюшах. Говорит, так он панской. В соседнем селе Крюшах уверены, что особенная кадриль, крюшаночка, как ее здесь называют, пошла именно отсюда. Ведь именно здесь, по воспоминаниям старожилов, в 80-е ее восстанавливали хореографы. Да и в школьном музее Крюшинской школы хранится сколь угодно доказательств, что кадриль здесь плясали от мала до велика. Одних сарафанов до рубах, сшитых специально для задорного пляса, здесь целая коллекция. Вообще, школьный музей Крюшинской школы – это особая история. Во-первых, их здесь сразу несколько. Мы насчитали 5. Это только те, куда мы успели зайти. А во-вторых, таких экспонатов, какие есть у крюшан, да в таком количестве, наша команда не видела ни в одном музее области. И вот знаете, совсем, как говорят, недавно, может, лет 7 тому назад, мы нашли горшочек. Это горшочек для приготовления пищи. Ему 3000 лет до нашей эры. Это срубная культура. Вот такие экспонаты хранятся в этнографической комнате местной школы. А еще старинные книги, необычные монеты, зуб мамонта и много-много интересного. Историю здесь любят и изучают. Летопись Крюш ведут от времен Волжской Булгарии. Монголо-татарского ига Крюши захватили монголы и стали тут жить. Крюшка была небольшая крепость для усмирения наших предков славян. Все население было обложено данью. И вот в Сенгилее действительно был центр сбора дани, был Сенгилей. Вот куда стоит отправляться ульяновским школьникам на экскурсию одного дня. Путешествие в Крюши – это идеальный вариант поездки классом. Здесь ребятам не просто расскажут историю их родного края, но и дадут возможность соприкоснуться с самыми разными эпохами, начиная с палеогена, продолжая временами мамонтов, позже – древние поволжские поселения, русское средневековье, царские времена, 20 век и, наконец, наше время. В этих музеях все можно потрогать, обо всем можно разузнать подробно. Экспозиции постоянно пополняются. Учителя работают над ними вместе с учениками. Все это оцифровано. Все, вот, поверьте мне, каждые фотографии, все тексты, все есть в электронном виде. И, конечно, мы планируем здесь немного для наших современных детей сделать так, чтобы им было все более близко, понятно. Вот. Особая гордость хозяев – музей «Кают-компания». Это не просто сердце школы, это сердце Крюш. Дело в том, что в этом селе каждый третий – речник. Судьбы всех живущих здесь неразрывно связаны с Волгой и судоходством. На местном судоремонтном заводе работают целые династии крюшан. Капитаны, пожалуй, есть родне у каждого. Это родители, это деды, это прадеды, это не только, это все крюшане, именитые крюшане. Вот здесь у нас на стендах именитые крюшане, которые когда-то работали на Волге, отдали свою жизнь, которые сейчас работают. Это династия речников, потомство Волгари, их в Крюшах более 107.
В этой кают-компании история Крюш не замирает, а живет. Сюда приходят речники встречаться с ребятами. Здесь славят не только ушедших, но и ныне живущих. А мы, признаться, благодаря этому музею вообще впервые задумались о том, как неправильно называть моряками тех, кто ходит по рекам. Речник – это гордое звание, это сложная и ответственная работа. И нам, живущим на Волге, невозможно не гордиться и не знать своих земляков, посвятивших свою жизнь речному флоту. Очень здорово, что у нас в Крюшах есть такой музей. Есть такая традиция. Каждый гость у нас, когда приезжает, он мечтает сфотографироваться. Он загадывает желание, одевает фуражку или одевает бескозырку и три раза ударяет в рынду. Раз, два, три. Само собой, разумеется, мы с коллегами не прошли мимо такой изумительной традиции. Не знаю, что загадали другие, но я пожелала еще не раз сюда вернуться. Прежде чем попрощаться с гостеприимными хозяевами, мы все же задали вопрос, который мучил нас с самого начала нашего путешествия. Откуда все же взялось у села такое забавное название – Крюши? Само село в небольшом заливчике как бы расположено, поэтому Кривуля, кривой исток реки, как бы говорит о том, что это и дало название. Кстати, вот эта самая Кривуля – одно из самых живописных мест нашей области. Именно видом на нее мы и решили закончить наше путешествие. Арбугинская гора, Крюшинский залив, корабли, бороздящие его просторы. Сюда стоит ехать даже только ради них. А нам с коллегами это место понравилось еще и по другой причине. Одна из главных проблем в таких путешествиях одного дня – то, что негде поесть, потому что маленькие села, деревни, ни кафе, ни ресторанов, естественно, нет. Но зато есть вот такие на берегу хорошие столики, места, где можно отдохнуть с видом на Волгу. Видите, какой это гостеприимный край? Вам стоит непременно здесь побывать. Ну а мы с командой Кругосветки еще обязательно сюда вернемся. Ведь не зря я сегодня била в рынду.